На Габоре, потому что пятый снаряд выходной. Вот сейчас Москва вышла на выход, условно отдыхает, да. А другие команды соревнуются дальше, и все время с опозданием подводить снаряд мы Мы будем смотреть. Узнаем все это в конце, безусловно. Конечно. Первая акробатическая связка. Яна Ворона, два бланжа. Опа. Как здорово. Ах ты, пяточки видел на черте? Но черта в пользу подающего, я надеюсь. Но поднятие флажка я не видела. Я не видела на линии, сюда. Поэтому... Ну ладно, главное, она сделала хорошо двойной бланш. Дополнительных сбавок, я надеюсь, не будет. Да, я с тобой за. Опять хорошо. Прекрасно. Яна уже совсем по-другому выглядит тоже и в этом сезоне. Ну, наверное, так я и объяснил тренер. Ты что, вообще сюда приехал? Дрожать или работать? Так бы я сказал. Потому что она умеет. И он вправе требовать от нее хорошей работы. Слишком много она трудится для того, чтобы, ну, чуть-чуть, ну, заметит. Как будто не довернулась, чуть, да? Не довернулась. Чуть-чуть. Не знаю, как тут, это всегда очень сложно. Но, конечно, могут спустить оценку. Вперед. Сальто в переход. И двойное. Ну-ну-ну. И тяжеловато уже в конце становится. Логично. Приземление ошибки. Помните, что... Яна. То они без дыхания почти работают. Некогда вздохнуть, пока ты кувыркаешься на этих вольных упражнениях. А надо еще повоображать, подпрыгнуть, перевернуться. Еще понравится судьям, что самое неприятное. Нам-то нас с вами всегда понравится. Ты вот плохо руки вела себя. Они у нее болтались на